А отже, вже за декілька хвилин до нас завітає Валентин Бельський, член організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів». А поки що ми подивимося сюжет про підприємство і бізнес. Кожен підприємець прагне бути лідером на ринку у своїй сфері, а для цього потрібно самому бути лідером у компанії та мати бачення майбутнього. Бачення – це чіткий образ того, чим може стати організація, а також шляхи, що ведуть в цьому напрямку. Наприклад, директор меблевої фабрики та голова клубу директорів Валентин Бельський плани щодо своєї компанії будує на 5-10 років вперед. Ми строїмо плани, в яких наша організація становиться підприємством номер один на ринку корпусної меблі в сегменте детской и юношеской продукции. И думаю, что лет через 10 вполне реально нам войти в пятерку европейских производителей корпусной мебели и занять уверенные лидирующие позиции. Я думаю, что в первую очередь нам необходимо привлекать как можно больше молодых и талантливых ребят в команду, потому что для того, чтобы достичь таких амбициозных планов, нам нужен будет сильный и профессиональный коллектив. Керівник компанії як лідер повинен шукати нові ідеї, які підходять до стратегії його організації. Зосереджувати увагу на розвитку ініціативи працівників та підтримувати їх ідеї. Такий керівник не стільки тягне підлеглих за собою, скільки розчищає їм дорогу. Він працює для підлеглих і на підлеглих, а не вони працюють на нього. Наш руководитель снабжает нас ресурсами, ответственностью для того, чтобы мы искали свои необычные креативные пути для решения задач. Также наш руководитель дает возможность нам ставить себе цели, то есть он нас не ограничивает в этом формате. И как лидер он выстраивает миссию и то, как бы, к чему мы должны идти. Очень важным фактором для будущего в организации будет являться формирование лидерства в командах. Потому что только сильные командные игроки смогут вывести нашу компанию в компанию номер один как на рынке Украины, так и на европейском. А также, я думаю, немаловажно будет освоить языки, усилить знания по английскому, потому что сегодня для интеграции в европейское сообщество это уже является абсолютной нормой, а не есть какой-то необходимостью второстепенной. До речі, у вивченні англійської мови допомагає центр Лардан, який теж входить до клубу директорів. Ми не стоїмо на місці, ми відкриті до співпраці, ми ищемо єдиномислівників. На сьогоднішній день, пожалуй, тими людьми, яких хотілося б упомянути, це є наші єдиномислівники, Миколаївський клуб директорів. Його руководитель Валентин Бельский, с которым мы сейчас ищем направление дальнейшего сотрудничества. Из ним одним из вариантов, которые мы предложили, это внедрение методики дебатов в большой группе для бизнесменов, которые на сегодняшний момент над своим английским желают поработать. Лардан – центр навчання англійської мови, був заснований у 2002 році. За час свого існування компанія видала близько десятка власних підручників та методичок. Навчання в центрі пройшло більше 15 тисяч чоловік. Така доволі незвична назва компанії обрана не випадково. Древній іврит говорить, що це оазіс, земля обітована в якомусь плані. І ми вважаємо, що іменно в нашій компанії, обучаючись у нас, это именно то, что вам даст возможность овладеть языками. Отож, лідерство, натхнення та бачення є запорукою гарного розвитку в бізнесі. А ми вже вітаємо нашого гостя. Це Валентин Бельський, він голова клубу директорів Миколаївської організації роботодавців, Миколаївський клуб директорів. Отак буде. Ми так запутались. Так, отак буде правильно. Директор директорів. Так. Так. Ну от ми тільки що бачили з вами наш небольшой сюжетик з вашим участием, а ми говоримо сьогодні о темі лідерства в бізнесі, на производстві. Ну от як, наскільки це важливо і що таке по-настоящему бути лідером. Часть вже якоїсь інформації базової нам розказали в сюжеті, і все-таки зараз би хотілося від вас більш подробно об этом немаловажном, наверное, факторе. Все чаще сегодня упоминается этот термин «лидер».
Конечно же, наверное, нужно остановиться на том, а что из себя представляет, собственно, человек, который претендует на лидерство в компании, в организации. Традиционно мы привыкли сталкиваться с такими терминами или статусами, как директор, руководитель, менеджер. Вот что для вас, например, какие функции выполняет директор в организации? Сказать честно? Честно. А я вам потом скажу, в чем отличие лидера от директора, как раз на вашем примере. Ну, взагалі, Ярослав Володимирович закрите вуха зараз. Ну, мабуть, він розпоряджається, якийсь наказ дає. Да, распоряжается, дает наказ, а вы, Василий? Нет, ну я вам скажу так, что каждый руководитель, каждый директор, это и работа с персоналом, это и работа с финансовыми потоками предприятия, это работа, я постоянно, в общем-то, действительно какое-то руководящее указание должностным лицам низшего ранга. Вот, и в любом случае, наверное, постоянное общение с членами, ну, с работниками предприятия, ну, по крайней мере, так обычно, ну, в наших театральных структурах бывает так. Наверное, здесь вы уже узнаете своего руководителя. Общение – это функция как раз лидера, потому что его задача – интегрировать и вдохновлять. А если говорить о функции давать наказы, то лидер как раз должен вовлекать. То есть его задача не распоряжаться силой полномочий, которые ему вручены, а искать мотивацию для коллег, для сотрудников, которая бы могла их не стимулировать, да, а больше дать им шансов к тому, чтобы они могли реализоваться. Задача лидера – развивать, задача лидера – вносить изменения. А с другой стороны, менеджер, его функция – удерживать организацию в том положении, которое есть, сохранять и, естественно, следить за порядком. Лидер в этом смысле серьезно отличается. И все больше в новой экономике упоминается термин лидерства как раз с точки зрения того, что экономика требует серьезных перемен, изменений и адаптации к быстро меняющимся условиям внешней среды. Мы вас назвали директор. Отже, вы теперь не хотите быть, вы хотите быть лидером. Или совмещать две эти функции. Так. Вы знаете... Такой вопрос непростой получился, да? Да. Он действительно очень непростой, потому что функция директора – это функция, так скажем, наделенная. Полномочия передаются, так скажем, статусом. А лидерство нужно формировать. Лидерами не рождаются. Лидерами становятся. Это серьезная наука. И я мечтаю о том, чтобы в какой-то момент действительно мой коллектив, мои коллеги смогли сказать без тени, так скажем, заискивания, что да, мы видим в вас лидера определенного. Ну, чаще всего, наверное, еще вы понимаете, лидер, наверное, тот человек, который волен и способен принимать собственные решения и потом нести за них ответственность. Именно собственные решения, потому что, ну, далеко не всегда, наверное, директора могут решать что-то тоже самостоятельно. Они, знаете, как у нас, если государственные говорим о каких-то вещах, да? Один директор зависит от более начальника, начальник еще от большего начальника. В бизнесе, наверное, чуть по-другому, да? Или все то же самое? Ну, знаете, если... Или директор, сам себе, своя фирма, сам себе хозяин. Если директор является собственниками, то он как бы, ну, является заложником принятия своих решений. Он не может поступить иначе. Но не факт, что эти решения будут исходить от лидера. Потому что задача лидера не искать в том числе и ответственных, или, скажем, прямо каких-то виноватых в совершенных ошибках. Задача лидера – разделить ответственность. Поэтому, если он принимает решение, то он должен точно так же понимать, что он несет прямую ответственность за результаты вместе с коллективом. Вот есть еще один, кстати, не совсем простой вопрос. Все мы знаем, что как бы есть такое, ну, распространенное мнение. Лидер может быть только один, да? Но если мы говорим о какой-нибудь большой компании, да, созданной большой компании, где один человек, будь он даже там, ну, семи пядей во лбу, лидер семи пядей в руках и в голове, он не может распылить себя на всех, да? То есть ему нужны еще какие-то люди, обладающие, наверное, лидерскими качествами. И вот как тогда работать? Это называется формирование лидерства. Лидер, который достиг определенного уровня совершенствования своего, он понимает, что, ну, управлять большой организацией единично невозможно. Поэтому его задача транслировать те модели поведенческие, скажем, и те методы, которые он когда-то развил в себе и увидел в них преимущества организационного совершенствования, он должен их транслировать дальше и давать возможность сформироваться новым лидерам, которые идут за ним. Но двух одинаковых лидеров тоже не бывает. Ну, как и двух людей одинаковых. Правильно, конечно, да, значит, так не получится ли, что потом конфликт лидеров пойдет? Может получиться, если вы не будете четко
вписывать свою организацию в стратегическое планирование, если вы не построите видение, то есть дальносрочные планы, если вы не пронизаете все ваши действия миссии, которую вы хотите преследовать в своей организации. Тогда вектор движения всех лидеров, и вас в том числе, будет направлен как бы в одном направлении. В едином русле, в едином ключе. Да, да, и ну, конфликтов быть априори тогда не должно, или они будут минимизированы. Вот немного о стратегическом планировании, да, именно в контексте лидерства. А что вы под этим подразумеваете, как бы немножко расшифровать для тех людей, которые хотят, мечтают создать себе там большую корпорацию, потом стать как Microsoft, например, или... Конечно, у каждой организации есть определенная стадия становления. Первые 5 лет – самые сложные и мало выживающих компаний по статистике, которые перевалили за этот период. Но и 20 лет, и 30 лет для компании – это не срок. Таким образом, стратегическое планирование – это видение своей компании через 5, 10, а лучше 15 лет. Если вы видите, как она будет выглядит через эти 10-15 лет, то, значит, ви обладаєте стратегічним плануванням. Валентин, а як ви бачите свою компанію через 5-10 років? Якщо річ йде про організацію роботодателів Ніколаївський клуб директорів, то я би хотів розказати немножко о том, як це все создавалось, для того, щоб понять ту логіку, яку я вкладываю в планування. В 2011 году мы сформировали клуб директоров малых и средних предприятий. Это было объединение открытых бизнесменов, желающих что-то изменить и улучшить в своей компании. В 2012 году мы смогли сформировать уже региональное отделение Украинской ассоциации качества, когда познакомились с моделью совершенствования. В 2014 мы формализовали уже свое объединение как организация работодателей, Николаевский клуб директоров. Таким образом, мы видим постоянную трансформацию своей организации. Я думаю, что в ближайшие 2 года мы будем активно набирать членство и дойдем, я думаю, что до 100 и более человек. Дальше те совместные проекты, задуманные нами, смогут обрести уже более глобальные масштабы и партнерство с университетами, партнерство с различными отраслевыми объединениями позволит сформировать так называемую профильные организации, как, например, ассоциация мебельщиков, к примеру, причем региональную, ассоциация, ну, например, обучающих компаний. Плавный переход к гильдиям. Наверное, да. Как бы с 15 века ничего не меняется. Да. Хочешь выжить, объединяйся в какую-то гильдию. Безусловно, да. Валентин, а что вы робите уже сегодня для того, чтобы в будущем ваша компания, ваша организация была такой, как вы зараз рассказали? Сегодня нам необходимо очень много говорить о тех преимуществах, которые получают в первую очередь предприниматели, объединив свои усилия в достижении такой цели, как повышение конкурентоспособности. Поэтому мы делимся опытом существующих уже членов организации, мы отстаиваем их интересы, мы стремимся создать как можно больше новых инновационных продуктов совместной деятельности. Знаете, это хотелось бы просто задать вопрос. Мы очень часто бытует мнение о малом бизнесе, о среднем бизнесе, что это люди, которые ничего не производят, лишь что-то перепродают, улучшают, покупают, снова перепродают, но ничего не производят. А мы все знаем, что экономика – это прежде всего какое-то производство чего-то нового, конкурентоспособного. Как вы можете это прокомментировать и, может быть, разрушить это мнение стереотипное сегодня? Знаете, как у нас в стране? Малый бизнес. Что такое малый бизнес? Это ларек, да? Что такое средний бизнес? Это конторка. Люди что-то как бы... Вот разрушите, у вас есть шанс сегодня разрушить этот стереотип, как бы рассказать людям о том, что это все немножко по-другому. Что, в Европе это по-другому. Ну, я видел, как у нас это. Я бы хотел тогда начать или продолжить разговор тем, какую миссию для себя установила организация работодателей Николаевский клуб директоров. Мы видим миссию предпринимательскую как быть гарантом социальной устойчивости. Почему мы так уверенно заявляем о такой возможности, потому что любой предприниматель – это в первую очередь организация сотрудников, которые являются занятыми, которые получают заработную плату и могут обеспечить свои семьи. На мой взгляд, если бизнес связан то ли с производством, то ли с сервисом, то ли с оптовой продажей и не противоречит общей концепции, так скажем, человеколюбия, он не вредит никому, то совершенно нет никакой разницы, чем вы заняли человека. То ли он занимается розничной торговлей, то ли он производит продукт и создает добавленную стоимость, то ли он оказывает какие-то услуги. Таким образом, я отдаю предпочтение тем бизнесам, которые в первую очередь могут обеспечить развитие свое. Саморазвитие позволяет и стремятся инвестировать сами в себя и, естественно, создавать новые рабочие места.
И стабильность этих, наверное, рабочих мест, социальных гарантий и так далее. Я думаю, что для каждого человека, который приходит в компанию, самая важная, наверное, приоритетная задача – это уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мало найдется людей, которые захотят получить разовую работу и затем опять отправиться на рынок труда. Скажите, пожалуйста, такой завершающий такой вопрос. В наше непростое сегодня время, когда нет стабильности ни в чем, удается, только честно, удается хоть немножко, так сказать, обеспечить стабильность работникам, то, о чем вы нам рассказываете? Обязательно, потому что в организации работодателя Николаевский клуб директоров, мы об этом говорили чуть раньше, о фабрике, да, наверное, тогда лучше скажу своей. Это нелегко. Сегодня очень нелегко, точно так же, как и будет очень смело и опрометчиво заявить сейчас здесь в эфире о том, что у нас все в порядке. У нас так хорошо, что мы ни за что не переживаем. Мы тоже сейчас находимся в отпуске летнем, хотя раньше, в прежние года, у нас было меньше возможности людям предоставить отпуска. Это связано с тем, что определенный спад загрузки присутствует. Но сегодня своей целью в предприятии, мебельной фабрике, я ставлю в первую очередь удержание тех рабочих мест, которые существуют. И я понимаю, насколько сложно сформировать квалифицированного сотрудника, насколько тяжело передать ему должные навыки, чтобы потом обеспечивать качественный продукт с необходимым сервисом. Поэтому нам удалось удержать то количество рабочих мест и занятых людей, которые были в 2014 году. И в 2015 мы даже намерены немножко нарастить количество. Ну что ж, мы вам желаем успеха, и действительно, если есть такие люди, как вы, мне кажется, может быть, наше будущее у всех будет чуть более стабильное и чуть более радужное. А я бы хотел со своей стороны пригласить всех телезрителей и вас на летнюю школу лидерства, потому что в июле-августе мы совместно с Николаевским клубом директоров приглашаем очень классных специалистов из Украинской ассоциации качества, которые прочитают семинары, и дальше мы организуем мастер-классы для того, чтобы наш опыт и знания распространялись и дальше. Я обовязково прийду до вас и буду над вас и лидировать. Успехов тебе. Дякую, мам. А ми будемо, ми дякуємо ще раз нашому гостю за те, що він завітав до нас. Сподіваємося, що він ще до нас прийде. От. І від стабільності на підприємстві будемо казати тепер про сімейність. Сімейну стабільність. Про сімейну стабільність.